Привет, друзья! Запомните, когда вы не знаете, что вам делать, как вам быть, надо иметь обязательно игривое настроение. Вспомните свое игривое настроение, это полнота сил, полнота энергии, так Кассиус Клей на боксерском ринге как бы пританцовывал полной силы энергии даже перед давлеющим противником, перед этой неизвестностью, вдруг ему как дадут. А он был вот такой игривый, вот он умел, он гений, этот Мухаммед Али, Кассиус Клей. Да, и вот мне приходится тоже быть игривым, поэтому у меня сейчас однотонный галстук, потому что и мой тайный советник, о котором я говорил, да, она мне написала: «Ты почему все время в таких галстуках?» Я, говорит, понимаю. Ты показывал подбор приемов, одновременно примеряли галстуки, и все тебе пишут комменты, какие молодцы участники школы «Человек будущего» Homo Futurus, как ты хорошо это преподносишь, принцип подбора путем перебора на примере галстука, как все тебе примеряют галстуки и так далее. И как хорошо, что ты сказал об этом главном своем достижении, которого в мире нету, о том, что сам процесс подбора путем перебора развивает креативность мышления, изобретательские способности. Вот это очень важно, вот это очень важно. Но тут же в этот момент звонит мне человек из Казахстана, его зовут Алексей. Алексей, привет. И он говорит: как мне избавиться от паник? А поскольку я готовлю вебинар на 11 число, на 20 часов вечера, для новичков особый вебинар, поэтому придется мне сейчас туда опять дать приемы разгрузки, чтобы именно люди, которые не знают, как снимать страхи, паники, как перезагрузить свой компьютер мозга для того, чтобы быть спокойнее, уравновешеннее, увереннее, сохранять ясность ума в критических обстоятельствах и в условиях неопределенности. И выходя из дома, и даже идя по площади, где надо сильно напрячься, чтобы быстро ориентироваться, чтобы напряжение, когда поднимается, чтобы не создавался спазм сосудов, чтобы сохранять вот эту ясность ума, чтобы включалась все время внутренняя аптека, даже когда ты спишь, чтобы у тебя внутри работал механизм восстановления. Ну хорошо, я дам эти приемы, дам. Но там очень важно, когда вы выходите в Zoom, когда я вас всех вижу, когда я вам предлагаю вот этот именно, как мы делали в примерочной комнате, примеряли галстуки, примерять каждому свой прием. И помните об этом, что принцип подбора путем перебора как раз-таки развивает творчество личности. Как раз-таки вам потом даст возможность найти в любых обстоятельствах неординарные решения, особенно в этой неопределенности, особенно в условиях, когда вы чего-то боитесь, не знаете, как решить. Конечно, мы это сделаем, только помните, в Zoom, когда вы выходите, не стесняйтесь задавать мне вопросы. Выходите в Zoom обязательно. Zoom будет скинут вам номер, вы туда войдете. Именно в этом суть нашего вебинара особого для новичков. Чтобы я сразу всем мог рассказать и показать, и чтобы каждый примерил себе синхронизирующие приемы и упражнения, чтобы мог сделать и разгрузку, и перезагрузку, и сразу понял, что такое метод-ключ. Какой это необыкновенный, волшебный, научный, прекрасно проверенный, во всех сложных обстоятельствах прекрасный метод. Пожалуйста, пожалуйста, кто с паниками, пожалуйста, заходите. Но в первую очередь, конечно, заходите. Те, которые хотят не только избавиться от тревожности, страхов и восстановиться. Не только те, которые хотят избавиться от психосоматических нарушений и беспричинного беспокойства. И набрать эту полноту энергии, которая инстинктивно иногда у нас включается. Вот мне позвонила приятельница моя старая.
И она написала мне там в личке. Она говорит, вот у меня была очень тяжелая ситуация, а у меня какая-то игривость появилась. Так это защитный механизм. Так вы как раз в таких условиях, когда у вас неопределенность, вспоминайте эту игривость, эту полноту сил, как Кассиус Клей, как я сказал, который был непревзойденным боксером, который мог любую неопределенность. Да, и поэтому в зуме, когда вы выходите, не стесняетесь, задаете вопросы, вы одновременно, поскольку там применяются раскрепощающие от зажимов приемы, вы одновременно задавая вопросы и обучаясь этому методу, уже развиваете у себя ораторские способности. Вы будете чувствовать себя потом уверенно в любой беседе и в любом выступлении. Это все одновременно делается, поэтому метод ключ такой необыкновенный. Это единственный в мире метод такой, в котором все достижения всех существующих методов выдано вот так, ясным простым языком, принципом подбора путем перебора для каждого из вас индивидуальных простейших действий, которые сразу снимают зажимы, сразу снимают стресс, восстанавливают ваше самочувствие и дают вам в условиях неопределенности полную защищенность и полную определенность. А это творческое изобретательское мышление.